Компания «Электромотор» представляет цепную бензопилу «Соло» модель 642. Эти модели надежно лежат в руке при прореживании леса, лесоповале, очистке от сучьев, санитарной вырубке мелкого и среднего древостоя и заготовке леса. Мотопилы компании «Соло» оснащены всеми системами безопасности, которые отвечают и даже во многом превосходят требования, устанавливаемые законодательством. Бескомпромиссное качество и безопасность. Высокая мощность. Мотопилы для людей, которые хотят работать на совесть. Высокопроизводительный двигатель «Соло» немецкого производства для этих пил с цилиндром, покрытым никосилом, всегда обеспечивают потрясающую мощность. Компактные модели пил «Соло» немецкого производства гарантируют максимальную производительность. Удобство в обращении, прочная конструкция и доведенная до совершенства техника наряду с высокомощными моторами марки «Соло» – все это делает эти компактные пилы идеальными партнерами для работ на крестьянском дворе и для полупрофессионального применения. Модель 642 оснащена противоударным кованым коленвалом и шиной длиной в 35 см. Система Oecomatic прекратит подачу масла на цепь, если бензопила работает на холостом ходу. Декомпрессионный клапан бензопилы значительно облегчает ее запуск. Устройство электронного зажигания обеспечит вам легкий запуск устройства в работу. Шаг цепи 3/8 дюйма. Специальный фильтр защищает двигатель от попадания опилок, а вентилятор охлаждает мотор, обеспечивая оптимальную мощность. Бензопила оснащена многоточечной системой гашения вибраций, защищающей оператора и механизм от вредного воздействия. Длина шины и мощность двигателя оптимально соотносятся, обеспечивая максимальную эффективность. Модель оснащена тормозом цепи. Технические характеристики. Тип двигателя – бензиновый двухтактный. Мощность двигателя – 2,5 лошадиных силы. Объем двигателя – 40,2 сантиметра кубических. Вес – 4,2 килограмма. По вопросам приобретения обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон в Киеве 5 300 38.